это что? Будут ли отношения между Алиной 30 и Денисом 32? Будут ли отношения между Алиной 30 и Денисом 32? Сейчас посмотрим, будут ли отношения. В ближайшее время не вижу между вами отношения, потому что этот человек просто не хочет ничего. Он бы как бы самодовольственный человек, который, ну, ничего не хочет этой жизни, и отношений тем более. Боже, какой бред, зая, блядь. Да уж, ну и да уж. Вот люди у нас ведутся на этих шарлатанов, бред. Жесть какой-то. А если у кого-то смешные тиктоки с моим участием, покидайте ВКонтакт. Только реально смешные какие-нибудь, а не какую-то хуйню, как обычно. Не слышу. Я. Эй, Богдан, я здесь. Хо-хо-хо. Эй, Богдан, Богдан, Богом дан, Богдан, Богом дан. Вот это деду надо, бля. Вот это мне уже нравится, бля. Я здесь. Эй, Богдан, Богдан, Богом дан, Богдан, Богом дан. Смотри. Эй, Богдан, я здесь. Эй, Богдан, Богдан, Богом дан, Богдан, Богом дан. Вот это моя девочка. Смотри, вот, пожалуйста, вот у меня появилась новая девочка, вот, пожалуйста, вот это деду надо. Вот, пожалуйста, вот я себе нашел девочку, смотрите, ребята. О, моя зайка. Эй, Богдан, я здесь. Я тоже здесь. Эй, Богдан, малышка моя. Вот это моя девочка. Я тоже здесь. Я здесь, кошечка. Я здесь. Эй, Богдан, я здесь. Я тоже. Богдан, Богдан, Богом дан, Богдан, Богом дан. Вот это моя девочка. Моя кошечка. Вот моя девочка, будущая моя, сладость моя. Клауде Монео, Клауде Монео. Старый няшка, полевая улыбашка, як цапцарапка, я пушистая лака, на моем лице три полосочки. Я енотик полоскал, ласкаю свой писю, я енотик полоскал, полоскаю свой писю, я енотик полоскал, полоскаю свой писю, я енотик полоскал, полоскаю свой писю. Я старый дядь. Сильно, сильно. Деда здорово, да, посмотри видос. Богом послан, то есть, ну, оттуда, свыше, я даже не знаю, ну, где там мама, папа, у меня такого нет понятия, я Богом дан, мне Бог дал и все, пойми меня правильно, я Богдан, я не просто человек какой-то там, потому что я Богом дан, я не родился от человека, а я Богом послан, то есть, ну, оттуда, свыше, я даже не знаю, ну, где там мама, папа, у меня такого нет понятия, я Богом дан, мне Бог дал и все, пойми меня правильно, я Богдан, я не просто человек какой-то там. Потому что я Богом дан, я не родился от человека, а я Богом послан. Ну, это самое-то. Да, я, да. Кто я? Кто я? А я Намирей. А кто ты? А я Намирей. Ты тоже А я Намирей. Да, я та, кого знают, как А я Намирей. Чё за брат, чел? Кто я? А я Намирей. А кто ты? А я Намирей. Ты тоже А я Намирей.
Да, я та, кого знают, как Аяна Мирей. Я не понял ничего, что за Мирей? Я Богданчик. Ваш звонок очень важен. А, я понял, но это ж это... Это как вот это Николай записал с этим же. С виду простой. Богдан, я Богдан, я Богданчик, я красавчик, самое лучшее имя. Он с виду простой. Богдан, я Богдан, я Богданчик, я красавчик, самое лучшее имя. Ну, вот это мне больше нравится. Здесь будет, знаешь, как Шампан Мандор, вот эта песня Шантар Мандар, блин, Майнштейна. Лицо этого человека меня приводит в восторг. Оно просто уникальное. Первое, что я делаю, это исправляю череп. И вы сейчас увидите, что самая большая проблема этого парня в перекошенном черепе. Теперь я беру вот эти огромные, непропорциональные, искривленные губы и пересаживаю их в центр лица. Сейчас мы видим, что и нос, и челюсть, все у него смещено вправо. Выправляю нос, убираю вот эту слюну, исправляю глаза. Я убираю вот эти вот морщины, и это даже не морщины, это вот мимическая такая застывшая маска. Убираю также брови, потому что... У меня вот вопрос к тебе, Тинто Бро, слышишь, чела, ты припудренный, блядь, ничего ты там не перепутал, там, что менять, дядя, то, что мое лицо богом данное, чел, я и так прекрасен, ты бы себя изменил, понял, блядь, я красивый, я прекрасен, то, что ты сейчас меня делаешь хуже, понимаешь, я идеал, я идеальный, понимаешь, мое лицо, оно идеальное. Они очень неярко выражены, придется их нарисовать. Рисую брови, теперь удаляю уши, беру это самое... Боже, чел, реально, зачем ты издеваешься, чел, блядь? Ты видел свою прическу? Перед тем, чтобы делать вот это, сделай себе прическу. Ты сходи в барбершоп, сделай, как у меня за 2000. Гигантское ухо, и как бы сжимаю его. И сейчас мы готовы... Короче, вот этот, пусть извинится, пожалуйста, за свое дело. Вот это товарищ Тинто Бро, бля, извинись, пожалуйста. Следующее видео, чтобы было с извинением за то, что ты издеваешься надо мной. Посмотреть, что же у нас получилось. Бах! Такой мутацией могла послужить внутриутробная болезнь или даже... Болезнь это у тебя. Воздействие радиации на... Я тебе сейчас повоздействую. В чем тут прикол? У Глада Валакаса 541 игра в Стиме, а больше всего времени он провел в Dota 2, а его инвентарь в КС-ке стоит почти 200 тысяч рэ. И чё, отстань от меня? Я не играю, блядь, в Dota уже 3 года. Кто же такой этот ваш Абоба? Это один из образов стримера Глада Валакаса. 21 января вышел анимационный ролик, где Глад Валакас предстал в образе президента Абоба. Позже Абоба стали писать красными символами, и этот мем завирусился. Боже, чел, ты чё, Америку открыл? Ты глэк. Меня Богдан зовут, если так. Понятно вам? Если вы не хотите мне ничего покушать, закину. Я говорю, что дайте, пожалуйста, скажите ваш номер телефона. Да, записывайте, вас как зовут. Ну? Я прошу вас сказать ваш номер. О боже, какая чушь, боже, блядь. Меня Богдан зовут, если так. Понятно вам? Если вы не хотите мне ничего покушать, закину. Я говорю, что дайте, пожалуйста, скажите ваш номер телефона. Да, записывайте, вас как зовут. Ну? Я прошу вас сказать ваш номер. А? Не считайся. Денис, пожалуйста, вы определите, что вы хотите. Вы хотите Bluetooth, инфракрасный порт, чтобы... Или вы хотите пользоваться интернетом? Мне нужна передача данных между объектами. Вы не одним телефоном, а другим телефоном? Ну, можно это... Да? Вы можете это сделать через Bluetooth, инфракрасный порт. Это функция вашего телефона, можете прочитать в инструкции к вашему телефону. Денис, я хочу подсказать, это функция вашего телефона. То есть мне Bluetooth можно не включать? Денис, вы можете передавать данные через Bluetooth. Ну это Bluetooth. Прикольно, это, блин, это вообще фэк, это удали нахуй. Мяу. 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 Мяу.
мяу, 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 мяу. Что он, ебанутый или? Who are you? Просто пена. Who are you? Просто пена. Таких вот, ну, карикатурщиков, вот этих людей, их нужно банить просто. Я грибочек, меня не видно. Ты не грибочек, ты дебилёчек. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Я грибочек, меня не видно. Ты не грибочек, ты дебилёчек. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Я грибочек, меня не видно. Ты не грибочек, ты дебилёчек. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Есть еще один герой. Он уверяет, что никакого изнасилования не было вовсе. Валерий Жмышенко. Всем ку, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Жмышенко Валерий Альбертович, Жмых Мопс. Валерий, я правильно? Боже, бля, этому видео больше лет, чем твоей матери, блин. Жесть, чела. Понимаю, вы в тот вечер тоже находились в этом ночном клубе. Ребята, здравствуйте, здравствуйте. Киску я лизал, я киску лизал. Я тупо, как подводная лодка, погружаюсь своим языком в недры женского детородного аппарата в поисках жемчужины. Компания молодых людей, значит, вот так. Блядь, это года два назад было, что тогда я лизал, что сейчас я лежу. Я, сука. Не понял. Ну вот, я обосрался. Тоже банчик, бля, ля, сука, ля, твар, бля. Вот такой мне нагада. Я хочу пиццу. Я хочу пиццу. Я хочу пиццу. О, блин, меня же гипнотизирует это. Тихо, заткнись. Меня гипнотизирует, я хочу ее. Пена, сука, блядь. О боже, меня гипнотизирует, я хочу ее. Я хочу. Я хочу. Это гипноз. Я Богдан, я приемный сын Пениса и сводный брат Валеры. То есть получается подкидыш, грубо говоря, блин. Меня подкинули, потому что я Богом дан, я не родился от человека, а я Богом послан, то есть, ну... Я Богдан, я приемный сын Пениса и сводный брат Валеры. То есть, получается, подкидыш, грубо говоря, блин. Меня подкинули, потому что я Богом дан, я не родился от человека, а я Богом послан, то есть, ну, оттуда... Я Богдан, я приемный сын Пениса и... Не, ну, как бы базара нет. Это кто, кстати? Вот это кто? Это кто? А еще опять с донатом. Страшно стало, что ты его скипнул. Это, кстати, вот на фотке это не Никита Иварович, так-то уж. Если вы ж думаете, что это Никита Иварович, не, это не Никита Иварович, чел. Он вообще по-другому выглядит, вообще, это не он, это вы вообще какого-то левого мужика из интернета взяли, типа, безобразники. Лучше, чем кусочек... Что может быть лучше, чем пицца? Ничего на свете нет лучше, чем кусочек пиццы. Что может быть лучше, чем пицца? Ничего на свете нет лучше, чем
кусочек пиццы. Заткнись! Что может быть лучше, чем пицца? Ну, я так скажу, что Виктория, да, тебя зовут, Зая. Во-первых, мне это не нравится, допустим. Ну, это во-первых. Во-вторых, извинись, Зая, это что ты сейчас делаешь? Ну, даже за то, что ты там напечатала на торте. Ну, мне это не нравится. То есть ты режешь лицо животного, на котором мои глаза и рот. Как я должен на это реагировать, Зая? Ну, хорошо, допустим. Оно уже есть, имеет место быть. Тогда вопрос тебе. Где мой торт кобыла? Где мой торт кобыла, а? Скажи мне. Почему ты мне еще не прислала такой торт? Разоблачение имени Денис. На какую букву начинается имя Денис? Правильно. На букву Д. Какое еще слово начинается на букву Д? Верно. Даун. Динамит. У кого есть динамит? Правильно. У Динамайка. Дауна. Из какой игры Динамайк? Даун. Верно. Бравл Старс. А? Кто еще есть Бравл Старс? Правильно. Бул. Бул — это бык. Что есть у быков? Верно. Рога. У кого яйца. Еще есть рога? Правильно. У меня. У козы. Ну, блядь, ну, сколько букв где нахуй? В слове коза? Верно. Четыре. В каком слове тоже четыре буквы? Правильно. Луна. Кто свалился с луны? Верно. Я. Лунтик. Какого цвета лунтик? Правильно. Фиолетового. Что еще фиолетовое? Верно. Редиска. Вывод. Денис — это редиска. Разоблачение имени Денис. Ха. Ну да, чел, только это прэкчик, а не настоящее видео. То есть это антивидео же. Это обращение к тебе. Сними, наконец, свою маску. И отдай мне моих зябликов. Зяблики. Я сбежал из плена Сухача. Да-да, бла-бла-бла. Я. Влад Валахов. Нахуй своего детка вот это просить, а? А, боже.